Я хоть и женщина, но скажу это. Пусть меня возненавидят все женщины. Мужиков у нас в стране нет, потому что их женщины воспитывают. У меня есть любимая история. Какой-то детский день рождения, дети играют, сидят мамочки, компании. Любимая тема. Мужики, козлы, этот это сделал, этот сделал. И вдруг в какой-то момент подбегает вот такая детина и орет маме. «Мама! Меня Маша обидела! Она мне!» И тут стоит мама, которая ровно 5 минут назад говорила, какие же козлы мужики, и говорит: «Где эта Маша? Где она? Я ее сейчас разорву!» Вот это так сейчас воспитывают женщины своих сыновей. Вы воспитываете своих сыновей такими, каких вы мужчин хотите видеть рядом с собой. Это правда. Вот как надо.